Сегодня мы рады представить вам проект, который будет разработан совместно с Департаментом культуры, управления спорта, отделом молодежной политики и туризма. Цель программы направлена на выявление интересных идей и активных, новых активных молодых граждан города. Что, в принципе, представляет собой эта программа? Это программа мини-грантов. То есть любой активный житель, имеющий у себя, имеющий идею проекта, может подать инициативу свою на рассмотрение в наш горсовет, в ЦНАП. Администраторы ЦНАП принимают эти заявки, далее они отправляют это все на рассмотрение в наши департаменты. Чтобы подать заявку, нужно подать свои документы. Если это физическое лицо, то это паспорт и идентификационный номер. Если это организация, то это уставные документы. Далее, после ЦНАП передает нам, комиссия рассматривает это все. Ну и если набирает правильное количество, ну, по критериям оценки, заявка набирает нужное количество баллов, тогда этот инициатор проекта получает сумму, требующуюся для реализации проекта, и приступает к реализации. По срокам. Прием заявок происходит с 1 по 31 марта. Вы можете подавать заявки в ЦНАП до конца марта. С 1 апреля по 10 апреля комиссия проверяет корректность заполненных заявок. Если нужно, отправлять на доработку, если нет, то это мы принимаем и дальше. До 16 апреля происходит заседание комиссии и определение победителей. Это не проект строительства, это не проект какой-то капитальной реконструкции. Здесь сделать посыл нужно непосредственно на организации того или иного мероприятия. То есть нужно придумать определенную ту изюминку, ту уникальность, которая сегодня в городе Мариуполь, на сегодняшний день в городе Мариуполе еще не было. И именно от вас, жителей Мариуполя, зависит то, как будет выглядеть наш город на протяжении всего следующих периодов 18-19 годов и в будущем. Выделено из городского бюджета на эту программу 2 миллиона гривен, а один проект может финансироваться до 100 тысяч гривен.